Солдат, я смог определить, где ты находишься. Основные системы связи выходят из строя. Коммуникации на базе разрушены. Неизвестно, как долго будет работать связь. Группа «Браво» только что вошла на завод «Энпро». Поторопись, ты уже недалеко от них. Начальник охраны комплекса «Дельта». Рапорт 3072. 15 ноября 2145 года. Я только что пришел из оружейного отдела, где мне выдали одну из этих новых БФГ-9000. Да, они не шутили по поводу того, насколько новый прототип легче предыдущих. Этот ствол уже можно носить с собой. Следующее. Последние недели многие патрули не докладывают в установленной форме. Не уверен, что форма доклада настолько изменилась. Я лично прослежу, чтобы их направили на переподготовку. Там им объяснят, что к чему. Поступило сообщение о проблемах с безопасностью в комплексе «Альфа». Я пытался до них дозвониться, но мне никто не ответил. Я выслал туда отряд для проверки. А теперь и с ними не могу установить связь. Похоже, придется идти туда самому. Черт, ненавижу комплекс «Альфа». Сборище надутых кретинов. Я отправляюсь туда прямо сейчас. Закончу рапорт, когда вернусь. Да, и еще. Я пока оставлю БФГ в своем кабинете. Пожалуйста, сообщите в службу информационной безопасности, чтобы код моей двери сменили на 901. Просто во избежание. Конец записи. Стремясь снабдить войска максимально сбалансированным набором вооружений, UAC обратилась к урокам прошлого, создав и запустив в серийное производство новейшую модель ручного пулемета «Макс-2». Дизайн в стиле ретро и прочность конструкции этого ручного многоствольного пулемета делают его идеальным выбором для закаленных ветеранов. В ближнем бою огневая мощь этого беспрецедентно надежного пулемета превосходит все ожидания. UAC – бессменный лидер прогресса. Мощное оружие позволяет строить мир без войн.
значительно опаснее. Нам нужно выдвинуть служебные мосты. Но когда идти придется в темноте, освещение не работает. Тебе решать, солдат. Генри Нельсон, сменный мастер. 24 октября 2145 года. Даже не знаю, как об этом доложить. Так что просто скажу о том, что я знаю и чего мне надо. Рабочие постоянно докладывают мне, что слышат странные звуки, голоса. Кто-то их зовет. Когда рядом никого нет. Поначалу я не верил. Ребята здесь любят розыгрыши. Но они в один голос говорили, что не шутят. Я пропускал их рассказы мимо ушей, пока сам не услышал. Я налаживал панель на лифте и вдруг отчетливо услышал чей-то голос, который говорил «Сюда, сюда». Я обернулся, но в коридоре никого не было. Осмотрелся. Никого. Я даже проверил журналы работы. В этой зоне никого больше не было. Не хочу показаться психом, но мы с ребятами сильно перепугались. Пошли разговоры о прессе. Так что...